Здорово всем, с вами Граф Хелл ТВ, и этот выпуск посвящен Кирае, деревянному сету, как даже я бы сказал не деревянному сету, а деревянному обмундированию. В самом начале игры, естественно, оно используется. Ну, кому интересно, я расскажу сейчас, как это делается. Ну, для начала. Что нам понадобится? Нам понадобится верстак. Ну, естественно, в самом начале вы его поставите, и на нем уже будет все крафтиться. Потом нам нужно добыть 100 древесины. Добывается это вот так. Так, да. Ну, я даже покажу, как дерево упадет. Все. Вот таким образом, надо топором, именно топором, нам надо добыть 100 древесины. После этого мы добудем 100 древесины. Мы подходим к верстаку и нажимаем крафт. В самом начале у нас все, естественно, будет бесплантовенькое, и нам надо будет взять какую-то хоть более-менее амуницию. Итак, Wood Hamlet, деревянный щит, деревянный шлем, простите, дает 1 брони. Делаем. Берет 20. Потом идет Wood Breastplate. Платы, в общем, деревянные. Потом у нас идут штаны. Дальше нам нужен обязательно деревянный меч, потому что стандартный у нас будет не очень. Молоток. И лук. И вот на все это у нас уходит, вот здесь у меня было 8, это я вот срубил елку, на все это у нас уходит ровно 100 древесины. Для чего он нам нужен? Ну, для того, чтобы, во-первых, он очень доступен в игре в самом начале. Если мы собираемся сразу идти без промежуточности, да даже с промежуточными, медный или из свинца, все равно нам нужно спуститься в шахту ради этого. Навряд ли нам так фортанет, что у нас наверху будет валяться вот везде прям руда. Нет, конечно же. И нам нужен хоть и маломальский дефенс. Вот он 3 дефенса нам дает. Нам нужно немного защиты. И поэтому выглядит он вот так. И делается он очень просто на верстаке, без всяких наковальн, печек и прочего-прочего. И помогает выжить в тяжелых условиях сервайвера под названием Террария. Это был деревянный сет, обзор на деревянный сет. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорого!